Неожиданное решение приняли участники конференции регионального отделения партии «Родина» в Воронежской области. Они сменили руководителя. Теперь организацию воронежских родинцев возглавляет президент общества русско-сербско-черногорской дружбы Людомир Радинович. Подробнее в нашем сюжете. Июль 2017 года. Партия «Родина» первой из всех политических сил выступила с призывом ко всем российским патриотам. В полном составе руководство Совета регионального отделения политической партии «Родина» в Воронежской области прекратило свои полномочия, причем досрочно. Отставку приняли делегаты партийной конференции, которая состоялась в Воронеже. Участники конференции избрали новый состав Совета регионального отделения партии. Председателем Совета регионального отделения стал Любомир Радинович. За него проголосовали единогласно. Также были избраны и другие руководители регионального совета. Нужно сказать, что кандидатуру Радиновича рекомендовал председатель партии «Родина», депутат Государственной думы Алексей Журавлев. Сам лидер партии «Родина» присоединился к работе конференции с некоторым опозданием. Он, хотя и приехал в Воронеж, но оказался занят на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области. «Родина» имеет название, которое все-таки обязывает на особую ответственность, на особый патриотизм, на, я бы сказал, особое благородство, на поддерживание семейных ценностей, вообще всех ценностей, на фундаментах которых Россия стоит. Гость конференции, писатель Владимир Будаков, охарактеризовал Любомира Радиновича как человека, который много сделал для воронежской культуры, для сохранения традиционных ценностей. Воронежцы также знают Радиновича как общественного деятеля и предпринимателя. Выбор не случайно Любомира. Мы его давно знаем, это не случайный выбор. Потому что еще с 96-го года, когда Дмитрий Олегович Рогозин выбирался по Анинскому избирательному округу, мы уже тогда были знакомы с Любомиром и в рамках Конгресса русских общин взаимодействовали. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41-й канал.